care urma să vezi. Nu știu, nu știu mai vezi cum și tanță. Nu știu, care este cum așa, iar sunt tanță. Nu, stau, cum se vai. Am zis, wow, uite, vreau și tanță. Mure Moisei, că te hai. A făcut păpașionă și o ubi. Точно, все, иди учи мою дочку. Ну, и дочка такая подурочка, с иголочкой, а ты уже там, с ней поцеловал там. Чего? Ну, в принципе, чем они все это смутили, они спрятали все свое оружие на кладбище. У Ханьяна Рубеева, они спрятали все свое оружие, они были на кладбище на год, Ракшасов. Вот, они собрали какие-то могилы, шкуры, ну, как тут, чучи тоже. Группы, заряженные шкуры, вешали. Мозг, вот тогда был, короче, заморок, и все свалили на войну. В это время начали наступать Левина, своя армия на царство Марса. Некому было еще. Все было шоке. Тогда Антон сказал, ребята, давайте я скажу с принципом. В принципе, от принципа хвастов. Вот таким противным хвастом. И Антон сказал, давайте я вместе с принципом пойду и буду воевать. Принц такой великий, что он всех изменит. Ну, принц немножко, конечно, опух. Ну вот. Они говорят, да-да, бери, бери. А, естественно, там акула, хамелы были конюхами. Да-да-да, бери прихамелу, она все разрулит там. И Арджуна как бы выехал на поле битвы. Вот. А этот принц ехал в колеснице. И нет. Когда он слышал вина от Кугова, он просто там очистил свой страх. Он сплался. И когда Арджуна, он приехал к этому лесу, где было кладбище, и на дерево висели все оружия, и принц говорит, куда меня привез, какое кладбище? Он лез на дерево, он идет, лезет на дерево, сбрасывает трубки с дерева, рассылает шкуры, невероятное оружие какое-то там мистическое, начинает там резать своей кровью, оживляешь, начинаешь кормить там Аскар Будда своей кровью, кормит каждую вещь, там, каждая стрела, там штампа такая, да, там заклинания, все это оружие, там тысячи демонов войны входят в эти мечи, там, мертвые. То есть он там поднимает, вкладывает это все, одевает там свой армор, там, гир конкретный. Вот. Садится на колесницу и говорит ему, чувак, принц, давай, давай, зарубь, чувачок. Испугавшись, что это за девушка? И он говорит, давай, вжаривай. И его колесница, мистические кони, которые там чуть ли несут эту колесницу, принц просто валит в полном. И Арджуна говорит, если ты сейчас будет месиво, которого ты еще в жизни не видел, если ты хочешь отбавиться от страха, повторяй 10 имен Арджуны. Кришна, Палгун, Вишну, все имена. Этот принц такой начинает повторять имена Арджуны. И Арджуна выходит один на армию Хастинапура и просто всех укладывает специальными стрелами, которые всех вырубают. Он просто там вырубает всех вообще. Ну вообще всех. Просто сходу. Они просто никто не ожидал, они были готовы к этому. И он собрал с них со всех чакры. Говорит, принц, красавица, покажи, что ты здесь сделал, переживайся в Бриханел. Они поехали отдать. Такие личности были, можете себе представить, да, которые могли. То есть, когда мы там слышали Махабхара, то еще написать, ну прям, все-таки настоящие герои, все-таки настоящие люди, все такое настоящий день были. В этой же сцене, в этой же истории, еще такой такой момент, Друпади, она была. Работала под служанкой. И там был такой генерал, который звали Хитичак. Его хотел изнасиловать. Ну, он там типа